Привет. Привет. Тебя как зовут? Саша. А как действовать парню, чтобы заполучить что-то на первом свидании? Не надо действовать так, чтобы что-то заполучить. Надо действовать так, чтобы очаровать девушку. Это неправильная тактика. Я не буду такие секреты раскрывать. А как надо, чтобы очаровать? Надо быть галантным, надо ей говорить то, что она хочет услышать. Быть внимательным. Даже не знаю, что. Но сделать для нее что-то, что она очень любит, что она очень хочет, чтобы вы для нее сделали. И тогда взамен ему что-то будет? Ну, смотря что вы хотите взамен. А у тебя было что-то на первом свидании? Нет, никогда. Никогда? Ничего не было. А смотри, а что выберешь, поцелуй мне или шлепок по попе тебе? Ничего. Ну ладно.